То есть в танго вы должны для себя определить, что вы хотите. Быть агрессивными или легкими. И вот эта ошибка, которую я вижу на протяжении многих турниров, у многих пар, вы хотите быть агрессивными, но энергия направлена наверх. То есть, вот смотрите, элементарный пример, да, когда я там выхожу, допустим, променад, и я такой растянутый, ты такой агрессивный, все, надулся. Но вся энергия, она вот там. И за это вы очень странно смотритесь. Вот, а давай на камеру прям делаем. Так, поближе, поближе, поближе. Да. Вот, допустим, смотрите, вот между вот этим и вот этим, это большая разница сразу же. То есть, если, допустим, я говорю о променаде в медленном пальце, у меня вся энергия наверх. То есть, когда я раскрываю, я чувствую все как орел в небе, наверху. Я должен видеть верхние ряды. Потом, конечно, я начинаю двигаться, я меняю, но сначала первая моя энергия, она наверх. Легкость показать. Потом я буду изменяться. Если я займу еще раз променад для вас, здесь пальц, и теперь пытаюсь перейти в танго. Вот я так себя чувствую, прям идиотом. То есть сразу же энергия больше пол. Поэтому какие бы вы акценты не создавали, вы всегда должны направлять это в паркет, вниз. Да? И ну, еще такой небольшой вам секрет раскрою. Если вальс, мы в подбородке, вальс в свинговых танцах, в принципе, то же самое, венский вальс, фокстрот, квикстеп, чтобы быть легче, мы линию подбородка делаем чуть выше линии горизонта. То есть больше здесь. В танго это линия горизонта. Более ровно. Не там. Да? То есть вы должны быть ближе к паркету. Поэтому, когда вы делаете... Ну, давай спейнтрек, мы уже начали объяснять, да? Когда я делаю сам спейнтрек, я не направляю энергию наверх. Она тогда легкая. То есть я хочу быть агрессивным, но я легкий. Я направляю энергию в паркет. То есть это в пол. Тогда вы будете выглядеть мощнее и сильнее. Ну, ты меня вообще-то прервал, мы говорили о том, как выживать с мощным партнером, и тебя... Короче, всю последующую лекцию я ушел. До свидания. Значит, мы остановились на том, как, собственно, партнерши... Подожди, ты мне сейчас нужен будешь показывать. Как партнерши выживать, когда партнер, ну, соответственно, танцует мощно и направляет вес партнершу. Вот как раз своим корпусом вы себя, ну так скажем, очень сильно оберегаете в плане своей шеи, да, потому что если партнер, допустим, дает вам какой-то импульс, а вы не даете